Щелковский военкомат сформировал первую осеннюю команду призывников. Их проводы прошли на этой неделе. Для молодых щелковцев это особый день. Они уже в строю. Впереди у них год жизни, полностью отданный служению Отечеству. Поздравить ребят с этим серьезным шагом, разделить с ними волнующие минуты пришли их родственники, представители власти и духовенства, командный состав военкомата. От провожающих в этот день звучали слова напутствия. Да, ребят, нелегкая служба. Она не была никогда легкой. Но самое главное – терпение, умение и труд. А остальное вас направят и поправят ваши командиры. Поэтому с честью держите звание щелковчан, которые сражались на полях Великой Отечественной войны, и будьте достойны ими. А еще ребятам говорили о том, что для них срочная служба в армии – это их первая настоящая ответственность и обязанность. Призыв начался с 1 октября, продлился он до 31 декабря в связи с... Скажем так, весной был призыв немножко сжат из-за пандемии. Мы надеемся, что сейчас это будет не так. Вот. Ну, все меры принимаются. Вот Министерством обороны там, обеспечиваются средствами там, защиты, масками. В команде призывников, которые первыми отправились служить в армию, 33 человека. Всего же этой осенью от Щелковского военкомата пойдут на воинскую срочную службу 243, из них 141 по городскому округу Щелково. Андрей Цеханович, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.